Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины, которая наступила после исследования в медучреждении. Пациент 1976 года рождения скончался после процедуры подготовки к проведению компьютерной томографии брюшной полости в медицинском центре Якутска. Предварительно установлено, что 23 ноября текущего года мужчина обратился в медучреждение для проведения диагностики состояния органов брюшной полости в связи с наличием заболевания. После внутривенного введения контрастного препарата мужчина перестал подавать признаки жизни, и медики провели реанимационные мероприятия. По данным следствия, он пришел в сознание, однако позже в карете скорой медицинской помощи во время транспортировки в больницу у пациента была зафиксирована остановка дыхания и сердцебиения. Комплекс мер, направленных на спасение жизни пациента, не дал положительного результата. Мужчина скончался. В настоящее время в рамках процессуальной проверки проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.